Творческие поделки орских воспитанников детского дома признаны лучшими в Приволжском федеральном округе. Финал проекта «Вернуть детство» проходил накануне в Республике Мариэл. Его главная цель – поддержка детских домов и социальная адаптация сирот. Орские ребята представили на суд жюри работы, выполненные в различной технике. Это вязание крючком, выжигание по ткани и другие поделки. Их творчество оценили по заслугам. Разделить радость победы к ребятам приехали главный федеральный инспектор Сергей Гаврилин и заместитель министра образования Ольга Озерова. Они лично поздравили финалистов окружного конкурса прикладного творчества. Встреча прошла в доброй и теплой обстановке. Каждый из ребят мог лично пообщаться с гостями, а те, в свою очередь, своими глазами увидели творческий потенциал орских ребят.